Я минус. На вагоне лежит где-то. Угу. 62, 61 видно. Там двое, как минимум. Так, ну все, я тут уже не пройду никак. Там уже все контролится. Минус 2. Блин, этих надо с другой стороны обходить. Тут я их не возьму, скорее всего. Минус 3. Блин, тут вагон-то даже этот не видно. Ну, а тут ушел уже, скорее всего. Так, это кто тут еще у нас сидит-то, хоть 30 уровня? Гранаты есть? UMP с дальномером, чтобы вы понимали. Блин, неужели он там где-то на вагончике все еще сидит? Я тебе тогда потом скажу, где я. Я видел тебя. Да, а там рядом был так сильно. Этого полутали, понятно. Блять, это сука.
Тут на общагах уехал, кстати, успел. Бот, походу, бегает. Ну, он все еще там, я же говорю. Здорово. Где-то там сел второй. Значит, будем обходить. Шайтан с Ютуба. Ну да. Там в зеленой каске должен быть чел. Блин, где-то хорошо засел, даже звука нет никакого. О, вот здесь он сидит, походу, на улице. За катушками или что там за фигня. Ширкнись еще раз, чтобы я понял. Хотя, может, вот тут за углом сидит тоже. Звук странный. Оружие скидывает. И кто-то справа как будто еще ширкается. Да, точно. Справа в кустах тоже еще один есть. Их двое. Один слева, вот тут где-то, вот в этой области. Один вот тут. Нормальный геймплей вообще у типов? Интересный? Так, смотрите, открываем дверь, резко выбегаем влево, убиваем этого типа. Второго будет сложно с левого плеча пикать. Но он там где-то в кусту, я вообще хер его знает, где он там. Готовы, чат? Чат. Раз. Ну и чё тут за хуйня? Два.
Терри. Так, шуршатчика попробуем гранатками взять. Чё, без гранат? Они, походу, все мне раскидали. Блин, одну бы гранату. Энергия ноль. Кстати. Сука. Где-то вот там сидит за забором чел. Че, мне нечего даже перекусить, что ли, блин? Как так? Блядь, убей меня давай еще. Техпот, спасибо. Рано еще радоваться. Там еще один чел. Вот там сидит один щелик. Была бы хае, я бы ее прокинул и пошел бы под звук гранаты туда подпушивать. А так он даже звука не издает. Я не знаю, где он там конкретно. Может, он вообще за забором сидит. А видели геймплей? Вот теперь все должно быть. Как вам, ребята, геймплей вот этих соперников? Имею ли я право назвать их крысами? Или все-таки они тактические игроки, профессиональные? Не разлутывал меня еще, нет? Сейчас пойду посмотрю. Нет, наверное, тут настолько профессионалы, что они даже не ходили никуда, скорее всего. Ну да, 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 я вижу сейчас. Вижу тебя и твою сумку. Так. Вот сюда, по сути, в аккурат войдет. Он там, Ксандер, в чатике подтянулся. Почему ты считаешь, что все должны играть, как ты, бегать, рашить? Это Тарков, каждый играет на результат, который нужен ему, а не актеры для твоего контента. Блять. Ожидаемо.
Бля, не долетел. Так, ладно, АПшки брать, не брать, ладно, давай с разрядом, пофиг. Хотя, я же даже того типа еще не смотрел. Может, что-то поинтереснее. Вектор. Каждый играет как хочет, но я ничего против не имею. Пусть играют как хотят. Просто я называю их крысами. А они агрятся, что мы, мол, не крысы. Понимаешь? Играют, пусть как хотят играют. Хоть пусть на животе ползают через всю карту. Мне без разницы. Почему ты мне говоришь в микрофон, что они крысы? Чтобы выдать свое местоположение? Ты думаешь, они мне ответят, что нет? Мы не крысы, типа? Они, блядь, ни шороха не издают. Чел. Шестеро. Но вот с этим были тиммейты, они сбежали с этого, с медички. А все остальные готовы, в принципе. Кстати, вообще даже это могла быть одна пати. Ну да, это могла быть одна пати. Двое ушло в АГС, а трое осталось там. Пять человек. Какая-то толпа там пробежала, слышали? Как давно играешь в Калибр? С самого детства. Ох, ёб, граната! Ау. Так, слева люди бегут. Что-то их там человека два точно, наверное, идет. Вот они там лежат опять в текстурке, смотрят, или что? Чё они постоянно тусуются возле этой стены? Они, блин, всегда в этой стене. Они как будто даже ждут меня. Слышали, они оружие скинули? Они как будто ждут меня, блин. Оружие вскинул. Блять, он ждет. Они смотрят в стену, в эту невидимую, блять, и, видимо, знали, что я к ним иду. You coward!
Хотя отсюда прекрасно слышно, как кто бегает в пешке, оказывается. Так, 50 патронов есть. Пойдем попробуем. В подвале все-таки, что ли? Вы все еще в подвале, что ли, сидите? Серьезно, блин? Я уже все здание обошел. Карту почти все обошел. Они все еще сидят в подвале. Чего, блядь? Где там про крысу? У нас предатель! У нас крыса! You got some kind of fucking problem? Friendly fire, you fucking idiot! Они легли там, чтобы вы понимали. Была бы сейчас граната, чтобы Тате прокинуть, он бы даже не убежал бы от нее. Блять, какой геймплей интересный, ё-моё, блин. Еще один? Мне понравилось, как они кричали ЧВКшникам, типа, выходи, трус. И прятались от меня вдвоем.
Так. Голову в голову. Но вот опять же, они стояли у той стеночки, которая раньше была прозрачная. Не зря ведь там люди стоят. Ой, не зря, блин. Ой, мне кажется, не починили эту херню с прозрачными стенками. Знать бы, как она просвечивалась, я бы сам проверил. Но я не знаю, как она должна там работать. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.